Так эмоционально болельщики в Красногорске поддерживают Илью Манухина. Юный спортсмен из Солнечногорска представляет подмосковную сборную по рукопашному бою. Сегодня важная матчевая встреча. Борьба со сборной России решится в индивидуальных поединках. И областные ребята уверенно идут вперед. Восемь встреч по 8 спортсменов от каждой сборной – эта цифра символическая. Традиционные соревнования проводят уже в 8-й раз, а болельщики с удовольствием слушают знакомый голос именитого ринг-анонсера Александра Загорского. Победу одержал боец с красным поясом! Встречу двух главных сборных страны принимает красногорский ДК. Спортивный азарт захватывает. Достойный противник, очень хороший соперник. Мне было приятно с ним биться. Ожидал, что победишь? В глубине души всегда ты надеешься и рассчитываешь на свои силы, поэтому я был уверен. Турнир не просто красочное соревнование. Встреча посвящена памяти майора Игоря Панина и капитана Романа Лашина. Оба офицера-спецназовца погибли при исполнении воинского долга на Кавказе. И оба они были мастерами по рукопашному бою. Огромное количество бойцов отдали жизнь за то, чтобы мы могли жить, хранить свою историю, жить в исконных культурных, духовных, исторических ценностях. По мнению организаторов, праздник спорта поможет делу патриотического воспитания. Сегодняшнее шоу, оно подразумевает с собой не только бои, тут элементы патриотики, здорового образа жизни, потому что мы постарались в это мероприятие вложить душу, а зритель, когда наблюдает это, у него как эффект 21-го кадра, он автоматически может поменяться, если у него есть какие-то пагубные привычки. Пустых мест в зрительном зале не было. Красочные музыкальные номера еще больше усиливали эффект от азартного спортивного зрелища. А профессиональные бойцы высоко оценили качество организации соревнований. Мне нравится настрой, правильно подобранные пары. Бои очень близкие. Порой, знаете, приходишь на турниры, видно фаворита и аутсайдера. А сегодня вот такие близкие бои, что даже я затрудняюсь кому-то отдать победу. В итоге силы обеих сборных оказались равны. Победила, как говорится, дружба и любовь к спорту. Встреча закончилась в ничью 4-4.